Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Всем привет! В стране безопасности есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти что? Испытание. Испытание, правильно. Вчера и позавчера вы с этим правилом уже столкнулись, а сегодня честно признавайтесь. Готовы отвечать на мои вопросы? Да, конечно. Очень я рада. Хорошо. Тогда самое время начинать наш первый конкурс. Ребята, тема всей нашей игры, я уже вам говорила, это правила дорожного движения для детей. Вчера мы с вами уже говорили о том, что улица состоит из нескольких элементов. Это проезжая часть и тротуар. По тротуару движутся пешеходы, а по проезжей части... машины. Правильно, ребята, проезжая часть предназначена для движения транспорта. Да, и транспорт, бывают самые разные виды транспорта. Автобусы и троллейбусы, легковые, грузовые автомашины. И как раз таки видом транспорта, ребята, будет посвящен наш первый конкурс. Это будут снова загадки, но я, поскольку у нас уже сегодня уже третий день соревнований, решила усложнить это задание. Суть его вот в чем. Я буду читать вам загадку, а отгадку вам необходимо будет составить из букв, которые у вас есть здесь вот перед вами. Хорошо. Первое слово отгадка у вас вот в этой стопочке, а у тебя, Дим, он в той. Ага. Ребята, сегодня правильный ответ будет стоить не две фишки, как вчера, а три. Две за правильный ответ и одна тому, кто справится быстрее. Я предлагаю, чтобы вам было удобнее составлять слова, отправиться нам с вами на пол и будете там раскладывать слова отгадки. Раскладывайте буквы, чтобы вам было удобнее, чтобы вы видели, какие буковки у вас есть. Так, все, я читаю загадку, ребята, оторвались от букв, оторвались. Не смотрим туда, пока я не закончу читать. Итак, первая загадка. Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. Сядь верхом и мчись на нем, только лучше правь рулем. Что это за конь такой двухколесый? Не подсматриваем друг у друга. Задание на скорость. Скорость, 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 скорость. Ребята, молодцы, первая отгадка отгадана. Первая загадка отгадана, теперь слушаем вторую. Чудесный длинный дом, пассажиров много в нем. Носит обувь из резины и питается бензином. Молча думаем и... держи. Пока раскладываем. Что это за чудесный такой длинный дом, который кушает бензин? Пьет бензин. Молча не подглядываем. И не забываем, что на скорость это задание. Автобус. Автобус. Так, Дима, там что-то мне не нравится. Одна буква у тебя, ну-ка погляди-ка. Вот так. Так, отгадали, молодцы. Дима был чуточку быстрее, поэтому ему 3, а тебе 2 я положу. Я положу сама. Так. 2. Ну и последняя загадка у меня. Слушаем. Я в любое время года и в любую непогоду очень быстро, в час любой, провезу вас под землей. Скорость. Да, молча. Молча, молча и быстро. Все. Дима, быстрее. Яна, не смотрим. Да. Подсматривать нельзя, накажу. Дима, молодец, кладу тебе 3 фишки. Твою копилку и 2 Яне за правильный ответ. Так, молодцы, ребята, справились с этим конкурсом. Возвращайтесь и посчитайте, сколько у вас фишек заработано. Посчитайте-ка. 2, 7. Так, хорошо. 6, 8, 9. Отлично. Ребят, мне кажется, что вопросы по правилам дорожного движения вы стали на вопросы отвечать гораздо лучше. Но, во всяком случае, загадки отгадывайте, ну, буквально мгновенно. Так, давайте продолжать. И впереди у нас встреча с нашей хорошей знакомой из госавтоинспекции, тетей Олей. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодня у нас достаточно большая. И называется она «Участники дорожного движения». Есть 3 главные группы участников дорожного движения. Первая, самая многочисленная, это пешеходы. Как только мы с вами вышли на улицу, мы с вами пешеходы, гуляем в парке по дорожке, тоже пешеходы, и мамы с малышами в колясках.
Пешеходы и детвора на роликовых коньках – это тоже пешеходы. Двигаемся дальше. Как только взрослый человек сел в легковой или грузовой автомобиль, или за рулем автобуса, он становится водителем. Водитель – это тот участник дорожного движения, который управляет транспортным средством. Так что, ребята, если вы управляете велосипедом, вы тоже водители. И, кстати, всадник, который скачет верхом на лошади, по нашим правилам дорожного движения, тоже относится к категории водитель. Вот такой интересный факт. Следующая категория участников дорожного движения – это пассажиры. Если мы с вами находимся в транспорте, неважно в каком – легковом автомобиле, автобусе, микроавтобусе, и при этом не управляем, но движемся вместе с ним, то мы с вами пассажиры и тоже должны соблюдать правила дорожного движения. А еще есть особая группа людей, которые, находясь на улице или на проезжей части, не являются участниками дорожного движения. Это сотрудники госавтоинспекции, которые регулируют движение, а также строители, которые ремонтируют дорогу. Вот они и не являются участниками дорожного движения. Эти знания пойдут вам на пользу не только в нашей игре, но и в жизни. Желаю вам успеха в игре и безопасности в жизни. И прощаюсь с вами. До завтра! Ребята, ну что, и третий к своему завершению. Еще одно контрольное испытание, последняя возможность заработать фишки. Будем отвечать на вопросы. Да. Сейчас посмотрим, насколько вы внимательно слушали тетю Олю и проверим ваши знания. Ребята, каждый правильный ответ стоит 2 фишки. Если вдруг полным соперник будет дополнять, то 1 фишка отправится в его копилку. Все понятно? Хорошо, тогда давайте начинать. Я читаю первый вопрос, а ответ на этот вопрос вам необходимо будет написать на доске. Заодно проверим, как вы умеете писать. Можете уже подойти к стенду. Итак, читаю первый вопрос. Ответ записывайте. Задание на скорость, ребятишки. 2 фишки правильный ответ и плюс 1 за скорость. На какие 3 группы делятся все участники дорожного движения? Зачем мочалки? Пусть он исправляет. Зачеркивает. Что, давайте озвучим, какие же ответы, какой правильный ответ на мой вопрос. Итак, на какие 3 группы делятся участники дорожного движения? Первый – пешеходы. Пешеходы, Дима. Водители. И, Яна? Пассажиры. Пассажиры, верно. Ну что, ответили правильно, ребята, но хочу вам сказать, ошибок у вас еще. Иду исправлять ваши ошибки и буду править красным маркером. Так, Дима здесь зачеркнул. Ну, ша не будем править, ну некрасиво. Старайся. Пешеходы, Дим, вот смотри, в 3 яруса ошибок сколько? В 3 яруса пешеходы. Так, дальше, водители. Водители, здесь все нормально. Ну, это ты исправил. Пассажиры слово. Пишется, Дим, опять еще один ярус. Пассажиры. Какую бы ты себе оценку поставил, дорогой мой, Димочка? Как оценку? Ух ты. Внимательнее надо быть, дети. Так, пешеходы. Тут уже исправила. Пешеходы. Пассажиры, водитель. Ну вот, не обошлось ни в одном слове без ошибок, дети. Так, присаживайтесь, будем с вами получать фишки. Ну что, ребята, на вопрос... Но сделали же много всяких ошибочек у вас, в каждом слове есть ошибка, поэтому по одной фишке я у каждого из вас снимаю. Диме положено было бы 3, если бы правильно все написал, но я тебе дам 2, а я не одну и вовсе. Потому так что... Внимательно, да. Ну что, второй вопрос. Сидя, просто вы отвечаете на мой вопрос. Сейчас будем отвечать по очереди. Кто первый начнет? Давайте я. Яна первая, второй вопрос для тебя, Валентин. Итак, Ян, кто, находясь, является участником дорожного движения? Те, кто делают дорогу. Правильно, работают. Они не являются, работой. Потому что они не являются им. Они всего лишь строят дорогу. Да, это правильно. Еще. Кто еще не является участником дорожного движения? Еще не является... 3 секунды думаешь, иначе я передаю Диме право тебя... Даем ему шанс дополнить? Даем. Дим, кто еще? Сотрудники ГАИ. А как называется человек, который...
кондиционер или регулировщик? Ну что, за этот вопрос пополам? Да, Ян? Да. Держи, Дим. Дополнял тебя, поэтому одну тебе, Ян, одну Диме. Итак, Дим, следующий вопрос для тебя. Чем пассажир отличается от водителя? Пассажир, он не входит в саму машину. Он просто, если это общественный транспорт, то он в нем просто находится. Водитель, он перевозит пассажиров. Ну, то есть он не является водителем. Правильно. И водитель, и транспортном средстве, но при этом водитель управляет, а пассажир просто передвигается вместе с транспортным средством. Молодец, держи две фишки. И третий вопрос, ребят, снова предлагаю вам писать на стенде ответ. И вопрос, ответ записываем. Велосипедист и всадник – это пешеходы или водители? Дима справился, справился. Я правильно, тоже. Получает. Яна, ты что, не учишься на своих ошибках? А ну-ка, быстро исправляй ошибки, это что такое? Дима, тебе в твою копилку кладут 3 фишки. Молодец. И быстро, и без ошибок. 3. А Яне за правильный ответ? Но Яне за правильный ответ я дам 1 фишку, потому что Ян, просто... Непростительно с ошибкой. 1 фишку я тебе кладу. Угу. Покажи водитель. А лучше во множественном числе. Водители. Ну ладно, пусть уже остается так. Присаживайтесь, ребята, на места. Кстати говоря, Яна могла лишиться даже и этой 1 фишки. Потому что сначала ты написала пешеход. На самом деле водитель. Ну, вовремя исправила, поэтому заработала 1 фишку. Ребят, все, на сегодня все. Давайте быстренько сосчитайте, сколько фишек заработали. Прилипали. Пусть остается в коробочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Отлично. По итогам третьего игрового дня победил Дима, но выводы делать рано и огорчаться, и расстраиваться еще рано, потому что завтра финал, завтра ставки вырастут, будет много работать фишек. И поэтому завтра уже будет понятно, кто победит. Конечно, конечно. Поэтому готовимся серьезно и встречаемся завтра на этом же месте. До встречи, ребята. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.